Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Ребята, это Armored Squad, мы наконец-то вернулись в эту замечательную игру, чтобы всех уничтожить. Вы помните, что с прошлого раза мы обещали провести конкурс? Ребят, разработчик настолько крут, что устроил, можно сказать, гипер-супер конкурс. Да, это точно, Предоставил огромное количество ключей, ребят. Победителей будет аж 30 штук. Да, такого еще не было нигде. Поэтому, ребята, ждите, в этом ролике появятся все победители. Я со всеми свяжусь в комментариях обязательно. Пишите, если что, в ВК, если вы победили. А сейчас мы возвращаемся к битве. Я должен всех выталкивать. Всех, короче, я купил новую пушку, вытолкни, а я тебя пожалуйста. Не выталкиваю. Ты видал, как я всех столкнул? Все, видала, ты заработал вообще огромное количество денежек. Я еще купил прикольную штуку, которая просто такую огромную бомбу. Слушай, смотри, как клёво я. Блин. Чувак. Это рэпчик, чего? Чувак просто меня высек одним выстрелом, прикинь. Ну, ты что за опасный пёс такой? Давай, давай, держи, держи. Это турель, Юль, это чужая. Чужая. Все, все, давай. Ты что? Блин, он тоже что ли эту штуку прокачал? Смотри, как я выталкиваю всех, смешно. Ё-моё, иди. Сейчас мы его замутим, замутим. Все, я развалился, и ты развалился. И я, слушай, я взорвала, прикинь, кого-то. Я, кстати, получил чертеж, вот, и смог собрать еще одного персонажа, но, к сожалению, мне не хватает, как сказать, звания. Еще также мы узнали, что в этой игрушке есть прокачка. Да, навыки есть. Юля, причем, в прошлый раз мы об этом не сказали, да иди ты нафиг отсюда. Да, короче, я себе прокачала такую фишку, еще, конечно, не знаю, действует она или нет, но, в общем-то, можно сделать так, чтобы быстрее прокачивались звания. Так, можно улучшить такой навык, и чтобы больше монеток как бы по окончанию раунда вы получали. То есть, ну прикольно. Много всяких крутых штук. Юль, кто-то дудосит издалека, я не могу. Вон, 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 чувак, сейчас я его куда-нибудь вытолкну. Блин, почему-то не всех получается вытолкнуть. Вот эти сейчас чуваки прям такие адские играют против нас. Сейчас я их натолкаю. Моя штука просто вообще тащит и растащивает все, что здесь шевелится. Конечно, я не уверена, что они смогут дотащить, конечно. Минута осталась. Но, чувак прям слушай, он тащит, он тащит. Нормально, сейчас Мишка, поемся, Мишка. Все будет зашибенко. Спокойствие. Все. Без паники. Тачка, так, стой на ускорение. Месте. Так, Юль, вон, ты почему-то сама у меня прыгаешь в разные стороны. Да? Ты реально такая быстрая? Да, или что? Да, да, или да, да. Я хожу туда-сюда. Так, чуваки, бегаю, давайте. Прыгаю, короче. Вот этот чувак хорошо гасит. Юля, убери жнеца вот этого. Я пока спрячусь. Я выбегаю просто и скину. Все, он труп! Давай. Он труп! Он yes, труп! Я уже 300 тысяч заработал, в принципе, могу себе еще детали. Я 300 тысяч заработал, все, меня не остановить, я пойду подлечусь. Ты тоже, что ли, 300? Ты че? Я имею в виду, это была шутка, типа, дофига. Я взбесилась, просто у нее этот, как его, раш на него. Да, 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 пойду под хилюсь, дайте подхилиться. Слушайте, я какой-то вообще слабенький на самом деле. Все нормально, ну пшели вон отсюда, ес, меня не останови. Пока Юля воюет, я быстренько... Ес! Блин, прикиньте. Выиграешь, что ли? Не дал, кто царь. В общем, ребят, когда вы нажимаете на свое звание, у вас как раз появляется прокачка. Есть несколько очков навыков. Я как раз прокачал такую штуку, как больше процентов за прокачку, точнее, за убийство. На прокачку, да. Тачка на прокачку. Есть вот здесь, некоторые... видишь, по много очков надо накопить. В одиночной игре только работает. Да. Вот. И я, а принципе... некоторые на команду, допустим. То есть вот как бронька на... Я еще монетки союзников себе действует. Получу давай, побольше. Рок изобилия называется. И поперли в следующую схватку. Но перед тем, как пойти в бой, я решил собрать еще одного себе меха. Как раз у него пушка сверху выглядит, меня вполне конечно, устраивает. Опасно. Да-да-да, я защитку решил страшно поставить. Еще здесь ракетница и подставка для турелей. Ну, а теперь-то можно как раз идти воевать. Ребят, мы в новом режиме, точнее не в новом, а в новой карте симпатичной. Такой новогодний. Это дефмач, мы друг против друга, все, каждый за себя, уже чувак тащит. Здесь буквально, конечно, минута осталась, но, может быть, мы исправим ситуацию. Да, правильно? Кто знает, кто знает. Так-с. Мишка, ты против меня или за каждый меня играешь? Каждый за себя, Юль, нету, союзников нету. Все ясно, все ясно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что со мной, что такое? Высечь. Слушай, это какая-то пушка, что ли, адская, или что? Да-да-да, скорее всего. Ага, смотрите, какой чит-код. Я заметил. Сейчас я все устрою вам. Миша! Я сейчас здесь можно мехов брать ты покрепче. Поэтому. А, понятно. Хитер, я могу хитер. Это сделать. Он, а, чувак, слушай, адский стреляет тут. Погоди, а какого фига тогда у него такой крепыш? Почему-то не смог я
взять другого. Ладно, возьму своего, придется, правда, подождать. В итоге я сейчас... Кто машину убийца? Как вот залезть к тому чуваку? Ого. Юль, ты слушай, сейчас... Слушай, как залезть к нему, интересно? Я без понятия, Юль, как туда залезть. Он, слушай, он там все. Заныкался такой хитрый вообще. Да, блин, просто. Пипец, идите все нафиг, кто там долбит? Здесь у кого-то эти еще мешаются, как его. Все, турели. Я тоже слушай, наверху, слушай, некоторые кстати. Чуваки вообще, у них прикольные роботы, опасные. Так, вон вижу Юлю, нужно ее высечь. Нет! Юлю. Да, я убила хотя бы, успела чувака добить. Ого, бомба-то самонаводящая. Я здесь буду своей... Осталось чуть-чуть времени вообще. Мне хоть одного убить, пожалуйста. Есть! Все-таки одного я завоевал. Так, замечательно, так, хоть чуть-чуть. Еще! Юля с ума сходит в этой игре. О, детали, кстати. Что поделать? Я сразу на третьем месте. Пипец, стал. А только одного чувака завалил. Но, тем не менее, я доволен, как я прокачал своего робота, и мне, в принципе, достаточно. Вот захват ого, флага как прикольно, раз. Прикольно, слушай. Мы в прошлый раз не показали. Карты, смотрите, изобилие-то какое хорошее. Так что, Юля, слушай, надеюсь... Слушай, мы друг против нет, друга. Да, мы с тобой. Ну ладно, мы сейчас друг друга высечем. Ну, как, а кстати... Я могу ведь сменить потом команду да? в любой ну, момент. Попробуй. Но не на данный момент. Просто когда ну будет... ясно. Все, короче, моя Тима. Пошли вперед! Давайте, Юля проведет вас к победе. Представь, что у нас все время была подготовка, а сейчас, Юля, настоящая война. Блин, а ты, кстати, можешь нашу команду перейти. Ай, да? Да, да, давай быстрее. Уже никаким, потому что кто-то зашел. Ну, короче, пофиг. Ладно, давай друг против друга. Все, не путай меня. Все, не сбивай с мазы. Так, так. Слушай, вот идем. У вас чувак, конечно, все, на все, самом все. Деле, ай, он ай, долбит, самый долбит. Этот, как его зовут? Все. Короче... Флаг украли у вас, чушки вы сраные. Все, сейчас мы вас завалим. Ё-моё, ну он прям вот валит издалека, но это, если честно, не особо. Давай, чувак, бежим. Честно, короче. Пока там Юля разбирается, мы уже с вашим флагом валим. Короче, вам надо довалить-то вообще-то до меня. Ага, сейчас Юля. Попала шальная пуля? Нет. Нет, блин, не ну попало. Ничего. Мы сейчас себе придем и надаем. Ай, а кто меня взорвал? Нет, вы дотащили? Нет, мы еще не дотащили, но, Юль, как сказать, тебя-то мы звали. Слушай, а я ведь добралась, на самом деле, до вашего флага. 4 на 4, ну а что я могу сделать? У нас здесь защита неплохая. Вот этот чувак, мунбосс, ну, слушайте, ну так, я считаю, не особо круто. Давай, стоит давай, там мужик, на самом все. Верху просто. И, как сказать, по всем шмаляет. Ну, мне вот такая система ой, не особо. Турель сейчас поставил. Yes, он свалился. Я так, могу у вас тоже, выйти. Знаешь, защитников немало. Вон Юля идет. Все, ну зря стой. В одно рыло ты идешь, я тебе могу сказать. Да, что поделаешь? Все, не смогла добежать. Нет. Блин, у тебя снайпер какой? Вот смотрите, что творят, а? Снайперозы. Вот снайперы, они здесь вообще, конечно. Меня интересует, могу ли я кого-нибудь жестокого здесь взять. Хочу попробовать этого мужичка. Так, мужики, все. Да вы влипли, я хочу да? вам сказать. Да, потому что он взял гипермощного робота. Сейчас посмотрим, сейчас конечно, посмотрим, как он будет на практике. Что за кто-то уже робот. У нас здесь тусуется, да? Как пройти? Да здесь иди нельзя нафиг, пройти. Мужик. Блин! Я он даже тебя не высек, вижу, он тебя да, высек. Да, да, флаг наш валяется, к сожалению. Ай, снаружи, быстрее, но он скоро быстрее. Вернется. Вижу, как Юля пробирается к флагу, ее долбит что-то там, и что-то ей сейчас кобзда, да? Все, все? Нет! 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 Все? Я тащу! Ну, я вытащила его, я вытащила. Видел, давайте, его. Моя команда, вперед! Так, у меня тоже снайперка, вперед! В принципе, я могу вас как-то дубасить. А вы можете его возвращать, типа, на место? А, я так понял, через некоторое время только возвращается. Как да, ваш вижу. Флаг, где-то он там тусит, сейчас я буду по чувакам вам стрелять, вы там где-то вдалеке стоите. Так, нужно вспоминать, так, как у меня. Ага, ближняя атака. Так. Блин, застрял турель. В все, елке, ё-моё. Вон Юля, сейчас мы ее из снайперки-то будем гасить. Давай. Иди отсюда нафиг, что тут забыла, чё? А? Вон, в тебя ракеты еще запустим. Давай, снайперки, пошли. Давай. Иди отсюда. Сейчас бы тебя мечом этой хренью отобью, тебя этой кувалдой. О, ай, блин. Это моя турель была. А слушай, здорово, а куда делась-то? Делась-то флаг? Куда? А я тебя почти замочила. А, кстати, да, я даже на своей жизни не обратил внимание. Слушай, ну... Так, снайпер, я смотрю, там цедит. Иди-ка ты на... Снайпер, высеки его! Нет. У нас, кстати, уже 2 очка тем временем, Юля, и у тебя все шансы просрать сейчас. Я уж вижу, у меня просто команда такая досталась, понимаешь? Все, Юля, здорово. Так, срочно турель. Так, никаких турелей. Так. Иди нафиг. Ну иди сам сюда, давай, чё, засал. Пипец, yes. А ты как, я ничего-то не понял, я в тебя, yes. У тебя что такое, у тебя щит или что? У меня полностью прокачан как бы мой этот робот, понимаешь? Странно, я тебя стрелял, знаешь, сколько раз, и нифига не мог пробить, так, нужно посмотреть, где там могла Юля. Чё, идите сюда, всех высеку, всех, так. Никого не пощажу, просто, всех вообще уничтожу, всё, ай, отлично. Меня убили. Ну вас тут целая куча просто, так я не знаю, у тебя деле. Другие-то не прут, что ли? Никто. Кто не идет? Ну вот один чувак попытался, его убили, у него хипов не было. На защите у тебя один мужик, я он вижу, тусит со снайперкой. Все, ё-моё. Получилось его согнать. Блин, тут выход только
рука. Блин, а, его вон. Кто-то помог завалить. Во, Юля, Юля, привет, Юля. Чё, здорово, здорово. Опять ты, опять Ай, ты. Блин, пушка какая идёт дурацкая. Иди отсюда. Дурацкая пуха, блин. В тебя кто-то еще шмаляет. Ай, хорошо, я. Что у меня сейчас с это сменится. Так, она. Запчасть. Слушай, ну, как сказать, у вас нормальная тима. Неплохой, такая. Да и ты тоже неплохо сражаешься. Ну, блин, а как сказать. Сказать, а чё толку-то от этого, то, что я не сражаюсь? Видала? Ого! Вот это выпад. Ты почти сдох, мужик! Ты чё, не валишь его? Всё, то есть у нас один даже не играет, по сути. Он, по-моему, вот всё, он включил. Что-то он и ты. Ну, не, он, по-моему, это все. Все, это обида. Это вообще, это боль. А вас это меньше, кстати. Тлен просто. Сказать. А знаете, что я сделаю? Я получила новое всё. Звание. Я подключился к Юле. Давай, и хочу давай, исправить давай, ситуацию. Давай, Мишка, давай вдвоем кооператив. Вон, я сражаюсь сейчас с Юль, чуваком. Погоди, погоди, погоди. Я вижу, он сзади. Ай, блин. Он тебя задел. Давай он, я да, тебя подожду. Он меня взорвал. И мы сейчас с тобой давай, вместе. Давай, высеки его. Смотри, тут целая куча на тебя идет. Сейчас, 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 нормально, нормально все будет. Двое, Миша, готов, двое. Готов, двое. Один. Юль, ты где? Я здесь. Мочи его, сейчас я все, тоже он подойду. Труп сейчас, он сейчас будет трупом. Давай, 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 давай. Все, 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 помогу, 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 помогу. Yes, поперли, yes, поперли. Yes, все, Юль, возьми шестеренку, где-нибудь должно здесь быть. Точнее, офигу, их забрали уже, пошли. Кто долбит, сверху пришел за нашим флагом, мужик. Да? Не даем, сейчас не даем, я не даем. Вот здесь. Сейчас мы его завалим. Что-то он не так легко мочится. Но нет, он не. Это как у меня. Так, вот один даже. Чувак сюда Миш прется. Я пошла за флагом, короче, а ты давай. Я охраняю, пока. Базу охраняй, давай. Я тебя прикрою снайперкой. Если давай, что. Давай, 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 давай. Блин, вон ко мне прет. Там еще все. Один чушкан. Так, а что тут? Турель не могу поставить. Да пошел ты нафиг, мужик, на самом деле. Меня завалили. Меня завалили. Но! Мужик, держи базу, держи базу. Флаг сейчас стырит, стырили флаг. Ё-моё, да? Да, быстрее появляйся. Блин, мы так и не вытащим, не вытащим за минуту. Но. Блин, ну. Не дал всё. Я флаг украсть. Стырило? Да. Так, блин, мужик там. Все, я бегу, а? Моя команда, помогите мне. Сейчас, Юля, у нас тут на базе. Все, я бегу. Всё. Я получил всё. Звание, лейтенант. Юль, yes. Тащи, 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 yes. Тащи, 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 тащи. Yes. Yes. Все нормально будет, давай, давай, давай. Все, 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 я притащила. Тащу. Тебе почти. Нужна база, на базу, да, на базу, да, не да, флагу, да, на базу. Да, 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 окей, окей, окей. А мы пока всё. Это развернем. Наш, это ж, флаг, чтобы вернулся еще. Все. Все, не надо было. Ура! Всё. Побежали быстрее, побежали всё, быстрее. А, стырит сейчас этот флаг. Стырили, нет, стырили. Нет, стырили где? Ну, тырит, тырит во всяком случае. Вон мужик, мужик. Блин, вот Миш, ты разберёшься? Да, 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 ты иди за ном, потому что, не, уже 10 секунд, мы ничего не успеем сделать, к сожалению. Ну, очень жаль, я, конечно, пытаюсь, тут мужика. Целая толпа народа, тут. Конечно! Надо хотя бы, может, денег заработать за них. Ну, хотя бы это сделать. Ай, они хилятся, но... О, Мишка, смотри, ты на первом месте. Так, мы подключились к следующей схватке. Юль, погоди, убери вот этого чувака. Надо убить его. Все, иначе сейчас украдут. Все. В общем, захват флага. Так, я пошла, короче. Юль, тебя хп мало. Тащат, захилься, тащат. Захилься. Все нормально, так, шаг, мы красные, короче. Все, убрали чувака. Где у нас хилка? 1-1, вообще, все замечательно. Ищи где-то здесь. Должно. А, вон, все, вижу, вижу. Так, вижу. Я здесь тоже бросаю эту штуку. Как давай. Его? Блин, прется. Бегут, бегут. Куда бегут. Ты пошел, мужик? Все, разобрал. Им, я охраняю. Им не удастся, да блин, делать. Иди ты нафиг. Слушай, вот этот украл, украл, украл. Ё-моё. Я почти его замочила, но... Все, yes, yes. Сейчас еще одну может взять. Фу. Давай постоим ё-моё, здесь. Ё-моё, короче. Сейчас, будем охранять. Кто там издалека так долбит? Вон, ё-моё. Смотри, Мишка, они вообще я успел. Успел сделать. Блин, жестко, вот эта схватка реально. Я уже, может... знаешь, сколько чуваков завалило. Блин, они опять потащили. Да-да-да-да. Ё-моё, беги, короче. Куда ты с нашим флагом? Все. Миш, мне кажется, тут надо не снайпера брать, а вот кого-то шустрого. Шустрого? Да, потому что все тут, знаешь, какие быстрые. Хорошо, тогда после смерти возьму так, гараж. Срочно зайду в гараж. Блин, меня взорвали. На колесиках, где мой чувак на колесах, я прокачаю ему скорость побольше. Давай, вообще вкачаю, давай, как давай, 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 по полной, короче. Хватит? Вкачивай. Хватило. Все. Вот это разгром. Так, ребят, ну что, тогда сразу же следующий матч, деф-матч. Каждый за так, себя. Да, ну что, Мишка, так, сразимся? А я даже не знаю, кого. У меня какой-то новый чувак дали. Дали чувака, но я его брать не буду, естественно. Возьму ездилку, но я куплю главное оружие, какой-нибудь пулеметик, не знаю, что ли, чтобы вас валить всех. Куплю вот эту штуку, и я готов. Все, я выезжаю, посмотрю, как эта штука работает. О. Блин, какая-то она довольно-таки медленная, но зато я сам быстрый. Так, все, каждый нет, за себя, почти, да? Почти, да, почти, почти завалил. Слушай, а карта интересная такая. Я сначала думал... Пипец. А. Вот да, эти ездаки, это пипец. Ого, меня с пропусками. Быстро.
Так, ладно, Миша, слушай. Миша уже решает что-то новенькое, да, взять. Да, слушай, главное оружие, что ты мне не совсем удовлетворил. Я попробую разные штуки побрать, посмотреть, какая лучше. Все, после, правда, yes, починки... Блин, две минуты, успею. Yes, Юля, машина, убийца, убийца просто. Чувак четыре уже навалил, все. Какой-то. Да, блин, а что я все одно и то же покупаю? Так, Миш, здорово. Да, здорово, сейчас я вас быстро разберу. Сейчас, давай, давай, давай. Блин, он почти труп ест. Пипец, вы охренели? Я вас вроде бомбанул, а в итоге никого не бомбанул. Так. Мы друг друга бомбанули. Я уж понял. Короче. Ё-моё. Я не согласен. Ай, блин, чья-то турель здесь. Я стоит, могу ли ё-моё кого-нибудь покрепче взять, а? Чтобы вас ну, посекать. Не факт, блин, не факт. Могу, не могу. Быстрее, быстрее, да, быстрее, быстрее. Блин, всё, черт, меня вот убили. Меня я убили. Готов. Я пока сейчас в гараже, опять же, провожусь и все пропущу. Да, Миш, тебе нельзя много в гараже. Тут, понимаешь, это мужик игра, тоже, как дать, сказать. Юля появилась. Это игра на убийство, а всё, не на гараж. Сейчас мы с тобой быстренько разберемся. Давай ну-ка, посмотрим. Почему не мне килы даются? Не знаю. Пипец. Ай, меня кто-то другой, слушай, убил, Мишка, реально. Сдолбали, о, смотри, сдолбали. Ты понимаешь, ты всем наносишь? Урон, смотри, надо же, спасибо. Первое убийство. Ай, иди ты, Миша, нафиг. Тебя сейчас убьют. Хитрая жопа, решил. Это буду... Все, нифига, нифига. Это буду я. Так, ничего, я... Yes. 8 убийств в Юль. Не, надо что-то делать. Что-то нужно делать, размяли что-то сейчас нужно менять, понимаешь? Ничего, я просто где-нибудь за забором буду тусить, и мне давай, нормально. Давай, давай. Юля, я твое помещу место за забором. Все, ай, вот, меня кто-то другой. Да, 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 другой. А помогал-то кто? Один. Вот это... Это чушка нам. Видали? Одного, второго, сейчас еще одного больного. Сейчас, все, сейчас еще одного. Это просто больного жесть пошла. Еще Юля приперлась, решила леща. Нет, нет. Ай, я блин, забрал. Слушай, мы с тобой взорвали друг друга. Шесть. Прикинь? Ничего, у меня минуты есть, чтобы еще тут навысекать. Выйти вперед, да, чтобы? Ну, я думаю, что я должен ё-моё успеть. Мне нужно лишь слушай бы только аккуратненько. Лишь бы тебе только не попадаться так, на глаза. Так, блин, опять неудачно, опять неудачно ё-моё получилось. Так, Миш, чувак, меня здесь нет. А че, я пушку нечаянно другую подобрал. Трындец. Чувак, это... я тебя довалю, yes. Все, готов. Ай, кто Юля меня взорвал? Передав... Меня турель убила. Ай-яй-яй-яй-яй. Убила турель, Миш. Турель вообще решает. Вот они как вообще, раз у этого чувака они прям турель валят решает. Юля появилась, и сейчас быстренько вещей. Нет. 10 секунд. Нет. Пока, Юля. Слушай, ну ты вообще мощный. Чувак, ты мой. Слушай, мы боремся за первое место, что ли? Нет, мы с тобой далеко, Юля, не за первое место. Ай, ну слушай, я на втором. Неплохо. А я была когда-то, по-моему, на первом, нет? Ладно, я думаю, что стоит уже закончить. Мясо было жуткое, карты все новые и новые, можно Друха бесконечно веселая, играть. Да. Ребят, опять же, вы знаете, что конкурс, в принципе, уже закончился. Всех поздравляю, кто выиграл ключик. Кто не выиграл, не расстраивайтесь, конкурсов будет еще целая тонна. Это я точно вам обещаю, и Юле тоже. Конечно. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.